Нет, брат, только собираю. Да я даже соберу, я им играться не умею. Вот Мишкой прикольно играть. Успокоение кинуть. В чем юмор-то? Какой? Но он луна не согрелась сама по себе, я не контролю. И это, ФС, приз, брат. Ну чё так косячишь-то? На синдре два раза тупанул здесь.
смертные! Думали, что одолели нас! Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича! Теперь наши силы едины! Лексана был на самом деле недоразумение! Сила смерти позволит Маладару свершить отмщение! Это было.
Так, напомни, тут это ауру от темной магии или от огня? Ну, пак твою дивизию, мать твою. Ну и это да, то же самое. Да рассоситесь, блядь, центра.
Ты дзюдо занимался или чем? Откуда у тебя такие? Да я вылетел, захожу, я бомба, собака. Вот я тут для Кирилла выпускал из дома.
нужно подойти его активируйте. Сердце с вами, сам побегу. Красава. А че не сумается, ребят? Че может быть, релокнуться или че делать? Ну все, дали. Ну, здесь, в принципе, что? На N-ка мне тут нужны... Шея. Шея, короче, нужна на N. И плащ. Мне на хила тут ничего не надо. Забыть. Да, бафайте. Что там? А, ну в принципе все есть. Новости народ.
богаче не дают и смесь. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Свалить от меня. Лох. Твою мать. Добро. Охуенно.
столько газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Да не сноси ты, блин, эти метки. Штаны, пояс. Ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Ой, что там?
Привет, бахни. Каску по шаманам обновить, пожалуйста. Спасибо. Вот, он уже писал, бежит. Я говорю, он бар писал. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал... Ухо, музыку включу. Ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Я подумал, что он дынканулся вперед. Сейчас красный выберет цель. Быстрый, да, дебаф? Что, стопать?
вкус как вишенка. Ой, извините. Ты пропал, тебя не слышно, если чё. Ты пропал. Да. Да. А где мой СС, пацаны? Чё за дела? Чё за кидал? У меня ничего не выйдет. Чё там? Дела. Кому-то. Синдром убери уже. А хочешь, я тебя обрадую? Куку, Вася, хочешь, обрадую? Шея падала. Шея падала. На помощь-то не знаешь, с помощью. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы ты заебись, паладина забавная.
И я заебись бабку раздал. Шаман указ. Я понял. Могу поставить это. Так. Могу шаман болит. Попал.
Не прыгайте, блять! А он валяется. Максаид. Слева. Шар. Да-да-да, все нормально, заходили. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Ледяная смоль, шахте в крови. Хлопать в бабле. Может, Геру дать? Жаждет крови. Пришел конец. Надежда тает. Это специально делать, выпрыгиваете с него, что ли? Маны нету. Красиво, 4 ляма. Надежда тает. Пришел. Надежда тает. Пришел. Меткий Джонни, Рога, ты нихуя не меткий.
Хуёвый ты какой-то, Джонни. Что, не смогли чё, да, ребят? ТД. Давай задели, блядь, лазины, блядь. А вот, можно я ДК схожу? Акма, ДК можно сходить? Ну ладно, хорошо. Линкс. Это этот какого? Кант. Запускай, пойду просто. Ой-ой, я про бафать забыл. Ну сейчас это. Пять, дайте по шаману. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на свою милость Форд. Чтоб, короче, я бафнул крест перед благ, пишите мне в личку, типа, о, великий повелитель Данила. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать твои отчаянные крики. Джиз, есть у кого? Будет
будет так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель смерти пропустил рождение моего мира. Там не совсем на ману. Твой господин сойдет. Вот не угадал, это был шаман, а не лок. От Руника, по-моему.
Он удар, почему удар плечи? Кем такой удар? Пленка какая-то. Забирай пол. Удалили все препятствия, которые я воздвиг перед вами. Сильнейшие из моих слуг пали под вашим натиском, сгорели в пламени вашей ярости. Ах, ледяная скорбь, повинуйся мне! Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот падет от их рук, и ты станешь первой жертвой. Смотрите, это сейчас пацаны зашли, осколки не рольте, если он пойдет. Даруй мне последнее благословение, дай мне силу разбить эти оковы. Возможно. Хватит, Артас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! А ты это говорил сегодня в начале, то, что, мол, бисовыми охуенными персонажами заходить на РТ 25 Гц, а у меня вот только Рэпик 6.2 и Сова 6.1.
Если что, заедет. Все места будет. О, вот лук там поставь. Нас. Хорошая была бы мне сценарий, да, душа мальчик. Дай-ка.